telimi buradan gidelim olmaz demeden dinle beni bir rüzgarım söndü dindi ateşim ah bebeğim ben hala deliyim Ne sorar? Son zannim ya. İyi. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Acımasız oldum size. Bu kadar mı? Özledim. Тусовки, которые мы заслужили. Доброе утро! И мы в Стамбуле! Так, сегодня будем сидеть за этим столиком. Дальше ждет балкаймак. Смотрите, как она ждет балкаймак. Вот это я понимаю. Вот это вот балкаймак надо. Спасибо. Thank you, miss. Здесь наш завтрак. Ты секьюри дерисал. Тома. Идешь? Ай! Şurada bir sandalye falan olsa benim için. Şimdi değil. Yok lazım değil. Yandım kendime sözler verdim. Senle olduğum her yer benim evim. Köşe başında bir koltukta loş bir ışığın altında kucağımda sen. Короче, вот такие, которые я вчера купила в Селями. Короче, кофейня. Ее почему-то мало кто знает. Она мне уже очень... новая. Она в Гладопорте с первого дня. А. Там мало людей сюда, но мне очень нравится их мерч. И очень нравится их вот название Селямлик. Это типа что-то с маской. Я уже попробую, пожалуйста. Ты рассказывай. Подожди, я тебе должна продать. Это же типа с маской. Я уже хочу ее попробовать. Знаешь, вот я обожаю Стамбул временем. Османской империи, когда... Да, Османской империи, потом, когда она пала, и вот эта республика, вот этот вот момент я обожаю. И вот это мне очень напоминает это время. Почему? И это название, потому что тогда очень много было заимствовано слов с Франции, они очень любили, как и русские, очень любили Францию. Да, русские же обожали Францию. Нет, да, 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 они тоже, конечно, конечно, не как наш. Апельсиновые шоколадки. А, это... Очень я думала, что там снизу еще печенье, типа, это все как глаза. Да, попробуем. У них много таких вкусных. Вкусно? Да. Давай лукум попробуем. То есть луком вроде с наром я взяла, с гранатом. Мы собираемся. Мы пытаемся прийти к себе после 50 штук мидий. Сейчас надо прыгать. Лимфодренажные прыжки. Саня говорит, как убрать отеки? Я говорю, делать лимфодренажные прыжки. И не кушать. Я когда спросила, говорю, что у нее отека, что делать? Она говорит, не кушай 25 мидий. Она говорит, может есть какие-то таблетки? На самом деле, даже вот года, сказывается, вот мне 27, если я помню, 21. Мне 23. Ну, конечно, я не думаю, что ты с 23 страдала кишечником, нет? Да, я могла всю ночь дежурить, кушать говно. С автомата в больнице. Угу. И на следующий день еще работает, еще прийти домой, блок вести. Офигеть. А сейчас Шунечка стала старушкой. Сейчас Шуня пошла после завтрака. Выйдем сразу. Надо полежать. Клянусь. А ты стоишь на пробежке, на зарядке, на пилатес. Это по здоровью. Мы готовы к сегодняшнему дню. Сегодня я в пальто Тотем, сумочка Алая, мои любимые бордовые шанельки и юбка миди. Выглядит это все вот так. Сань, образ, пожалуйста. У нас немножко бардачно, простите. Ага, так.
образ. Пальто Тотем, Шанель, Самбы. Остальное все то, что вы видите, это лайм. Лайм. Вот так вот. Вот у нас одинаковые сурожки сегодня вот такие. Здравствуйте, здравствуйте. Я еще, кстати, с собой взяла джинсы и кеды, потому что мы потом едем в Азию, мне неохота будет приходить домой переодевать. Наполняем основу как? Просто прикладываете сюда. Сюда, сюда. Еще надо. И просто вот здесь показывают, сколько есть на карте. 112. И вот сколько вы закидываете. Закидываем 100. Мы сегодня будем много общественным транспортом пользоваться, поэтому нам нужно побольше. Кстати, цены взлетели на транспорт очень сильно. И очень удобно передвигаться вот на них. Даже да? Помню, чем это звук. Мой любимый звук. Да. Ты-дын! Считает деньги. Uh-huh. А второй, второй это когда Босфор, ты... Босфор. Нет, когда ты на границе переходишь, вот это печать. Да-да-да. Тых-тых. В общем, сегодня едем в Сиркиджи. Как вам вид с трамвайчика? Любимый. Новая печать Йени Джами, она уже отреставрирована и очень красиво выглядит. Sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdin, tatlı nameler gerçek oldu mu? Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdin, tatlı nameler gerçek oldu mu? Мы на Сиркиджи. Я еще раз услышу Сиркиджи, мне плохо стало. Знаете, что мне, что меня бесит? Что они так сильно любят себя, что все свои портреты просто... Если бы мы были при правительстве. Просто, например, сколько я и Крема, и Мамулу вижу, это мэр Стамбула. В Стамбуле фоток, я думаю, блин, а что, боится, что мы его забудем? У Собянина столько фоток нет в Москве, потому что Собянин лучше в тысячу раз. Знаешь, в Грозном то же самое, Кадыров. Да, 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 но тут в Грозном по-другому, они типа его почитают, отца своего, а тут все там мэр района и его фотографии везде. Там у каждого района свой есть беледе, администрация, и везде есть беледе Башканы. У каждого района, да. В Стамбуле? Да, 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 Беледия Башкан у каждого района есть. И вот они вот так все делают. Кстати, идем в сторону египетского рынка. Мы на Сиркиджи еще что? Да. Была в этой Луканте очень давно. Я была... Сейчас она стала... Да, оно с 1931 года. Оно достаточно, да, старое, историческое. Его турки знали давно, турецкий блогер. И только вот я недавно начала замечать, что наши начали ходить. Там, кстати, очень вкусно. Да, возможно. Там очень вкусно. Там внутри очень красиво тоже так все по-османскому. Сиркиджи я тоже очень люблю. Потому что, ну, вообще в целом Фатих, к которому относится Сиркиджи. Я его тоже очень люблю. Каждый район, он обладает своим шармом, своим шиком. Здесь, конечно, больше османской атмосферы. Мы в Сиркиджи. Кто не знает, мы в Сиркиджи. А, хотим за тот стол, там все девушки. Я уже помню, спасибо. Мы сказали официанту, что нам туда надо. Тут очень сладко. Сегодня реально обладает. Феномен. Тикток феномен. Ару, короче, тоже не было влога. Я так жалею, что не я не снимала влог. Тогда влоги. У нас столько было нереальных поездок я в Стамбуле. Да, у Тани есть. Короче, мы как-то фоткались в Бебеке. Даже штатива не было. Мы просто на скамейку поставили телефон, и парни проходят и говорят, тикток феномен, тикток феномен. В общем, феномен, они говорят всем блогерам. Типа, феномен. Мы на Султан Ахмете. Да. Султан-Ахмете. Я просто очень давно не была на Султан Ахмете. Мне кажется, год точно. Мимо да, проезжала просто. Да, да, да. Давно не была. Но очень люблю. Знаешь, сколько бы здесь не было людей, мне тут все спокойно. Да. Люблю я Софию сидеть напротив нее. Но сейчас мы идем на трамвай. Где?
на трамвайчик и отправляемся в мою самую любимую часть Стамбула, в Азию. И, блин, еще классно было бы, конечно, еще в Чингиркёй попасть. Это мой самый любимый район в Стамбуле. Но мы не успеем тогда в Накачтепе, поэтому идем с вами туда. Так, мы на Эминьоню едем в Искюдар. У каждого направления своя пристань на Эминьоню. Обожаю вот эти печеньки кремолы. Просто какие они вкусные. Да, они есть в каждом маркете. Мы ждем наш вапорум, будет через минут 15. Вот так они внутри выглядят. Распаковка печенечек. Возможно, тут есть, кто не был в Стамбуле, кто смотрит этот влог. Либо те, кто был, но не знает, что вапуры – это общественный транспорт в Стамбуле. Такой же, как трамвай, метро, минибусы и автобусы. Люди используют вапуры как средство транспорта для перенаправления с азиатской части Стамбула в европейскую часть Стамбула. И стоит это ровно так же, как и другой транспорт. 22 лиры на сегодняшний день, на 2024 год. И многие приезжают в Стамбул, садятся на туры, которые возят по Босфору. И я советую не пользоваться турами. Советую просто садиться на этот вапор куда угодно. Отсюда вот самый любимый маршрут до Ускюдара, он недолгий, там 15 минут плыть, и видно все. И обратно, либо в Кадыкёй, либо отсюда можно в Бешикташ поехать. У каждого района есть своя пристань Искеле. И есть еще приложение, называется Шейр-Атлары, вон там их перевозчик главный Шейр-Атлары. Вот у них на сайте есть все расписания. Такие пристани, как Ускюдар, Эминьоню, Кадыкёй, Каракёй, Бешикташ, оттуда в эти же пристани отходят там каждые 15 минут точно. А другие маленькие пристани нужно смотреть, маленькие по типу Арнавуткёя, Чубуклу, Канлыджи. Это уже там раз в час, раз в три часа иногда, если это Канлыджи, например. Вот так садитесь, кормите чаек, плывите и кайфуйте. А если вы хотите подольше, то отправляйтесь на Принцевы острова, там 2 часа плыть. Но у нас завтра будет прогулка на яхте с Кураж Вояж. Я уже во второй раз буду с Куражем. Но это уже приватная яхта, это уже другая история. Даже не представляете, как я кайфую. Просто Саника. Что ты считаешь? Можно узнать? Деньги. Деньги. Не-не-не, вот так. Бизнес. Мы уже на вапуре. Мы главное у флага. А я занимаю место у флага всегда. Sana dokunuyordu her cümlem Oysa hep bekledim sonunu bir lütfen Sen duymadın Вот предложение руки сердца Аля! Свадьба! Mektubu koyayım da taşır mısın? Так, на пристани всегда есть такое место, где можно взять чай, кофе, все дела, потанцуем. Добро пожаловать в Ускюдар! Скоро выборы, у каждой партии стоят. Всегда весело. Да-да-да, тут выборы, предвыборные кампании. Как вам такая предвыборная кампания? Ару, это лучше просто. Смотри. У каждой партии свой, видишь, вот такой шатер. И мы, женщина танцевала у МКП. Эсап Шуанет Ахмедова. Тут, кстати, цветы всегда в Ускюдаре продают красивые, ну, такие. А я говорил про предвыборные кампании. Женщина танцевала у МХП, а дальше была ДЖГП. А представитель ДЖГП — это Икрем Имамоглу. К
который говорит, что Hershey çok güzel olacak. Все будет прекрасно. Мы идем сейчас кушать балык экмек в Üsküdar, очень вкусный. Обожаю это спокойствие Üsküdar. Видите, сзади меня вот так они все сидят на аллее, приносят с собой столики, стульчики, сидят, кайфуют. Послушайте тишину Üsküdar. При том, что людей тут тьма. Тут просто очень спокойно. За это я его очень люблю. Пойдем сейчас вон там балык экмек купим. Merhabalar, hoş bulduk. 5 kişiyiz. Şurada oturabilir miyiz? İstediğimiz yerde. Tamam. Так, нам принесли балык экмек, сейчас будем пробовать. Вкусно? Запоминайте вот это место. Балык экмек, Boğazıcı. Прямо в Üsküdar. Мне нравится, очень приятный хлеб. Да, да будет глютеновая кома. Да, вкусно. Очень вкусно. Здесь идет батон, лук, помидор, листья салата и рыба. Лимонный сок еще делает. Да. А вы знаете, что стамбульские кошки не отзываются на кыс-кыс-кыс? Они только на пш-пш-пш-пш-пш. Поэтому запоминайте. Не доела, но тут в Стамбуле никогда не бывает исрафа. Никогда еда не уходит в исраф. Вот уже все отдается кошкам, все остатки. Мы поели, и, кстати, очень вкусно. Сейчас мы идем в Кускунчук. Наверняка вы видели этот район. Там цветные домики. Я его люблю за то, что он спокойный, он аутентичный. И в нем настоящая такая азиатская сторона Стамбула. И еще он находится не так далеко от Üsküdar. Нам сейчас идти 19 минут. По прямой дороге проходить всякие виллы, но не по набережной. Так, мы доходим до Кускунчука. Естественно, здесь уже Стамбул почище. Намного, только хотел сказать, чище, и тут что-то валяется. Но в целом Азия чище Европы. Здесь у нас такие ялы, виллы. Мечеть района Кускунчук. Это курабия тоже берем. Лобилирис, да? Не, не, я просто. Нет, просто. Курабия битане, вет. Согреть может. О, тамам. Тамам, тамам. И, Саня, давай. Лошата ми кантар. Сейчас возьмем кофе и будем гулять. Ну, собственно, чем знаменит Кускунчук? Он знаменит такими разноцветными домами, очень приятными, спокойными улочками, котами. Тут очень много котов. Это, короче, такое место типа огорода Кускунчука. И у этих домов нет своего двора. Поэтому некоторые владеют вот по каждому участку. Видишь, это их участки, они могут выращивать, что хотят. Так, кстати, туда можно зайти. Там в основном зелень и салат-лук. Салат-лук – это огурец. Кускунчук, он знаменит достаточно у некоторых продвинутых туристов, но туристов тут знатно меньше. Тут много молодежи, все сидят, пьют чай, кофе. Вот, например, вот так. Сидят, общаются. Еле вызвали Uber, отправили маму, тетю. На другой машине. Мы на другой едем сзади. Сопровождение. Да, едем. Так. Так, мы в Накаш-Тепе, но пока еще очень светло. Наслаждаемся дневным светом и чуть позже будем наслаждаться ночным светом. Просто в хлам. Уставшие. Знаешь, когда впервые ждем, чтобы стемнело. Чтобы побыстрее стемнело, чтобы увидеть Накаш-Тепе в темноте. Приезжайте сюда,
Сколько сейчас время? 18:59. К 6 часам вы и светлое время застанете, и не так долго ждать. Что я хочу сказать о том, что вы должны... Вы не должны, вы никому ничего не должны, но сказать о том, что цените блогеров. Блогеров, потому что, знаешь, что мы весь день что-то снимаем, фоткаем на блоговую камеру, на телефон. Еще что я фоткаю на пленочку. У меня есть пленочный фотоаппарат. То есть это к тому, что мы это все выкладываем, транслируем. Вам это интересно, нам нравится ваша обратная связь. Поэтому лайки. Лайки, комментарии, колокольчики. Колокольчики. Подписка на запрет грамм. И телеграм. Да. Пишите комментарии, плохие не пишите, ругаться буду, хорошие пишите. Эвет, Алирис, будьте на Каш ТП, заходите в Накаш кебаб. Очень вкусно. Мы столько всего заказали, у нас вышло 9 тысяч. Мы там мясо, мизе, нам принесли вот это. Очень вкусная была тыква, да, Титсонь? Тыква вообще была очень вкусная. Наконец-то стемнело, мы сейчас идем. Надеюсь, мне получится и рилсы, и фотки. Мармалад. Нам сказали, что он закрывается. Беги, пожалуйста, беги, беги. Я иду. Нам сказали, что парк закрывается. Я знаю, что Отал теперь закрывается, что Накаш теперь закрывается. Я не знала. Давай, давай, Коща, Коща. Сейчас договоримся. Очень надеюсь, что мы успеем сделать палочку. Вот. Я скажу. Скажи, я красный жакет специально одела под бос. Сейчас я... буду делать максимально приятное лицо, чтобы зайти. Фейл года. Ни в какой Накаш ТП парк мы не попали. Это потому традиция что... нашей жизни. Клянусь. 19:30, потому что парк закрывается. 19:47 я пыталась договориться, но все тщетно. Поэтому мы ждем такси. Да, поэтому ждем такси, которого нет. Паниль дили, мабяма. Evet, arkadaşını çektim bu işin için. Yok. Kanka, даже подруга с собой перецептала. Скажи, подруга красный пиджак одела вообще. Таксист в шоке, что мы приехали с Москвы на Каш ТП посмотреть музыку. Говорит, вы потерялись? Вы, говорит, что тут делали? Ну, на самом деле, далеко находится. И он говорит, а что, говорит, с других мест нельзя смотреть на мост? Ну, нельзя, брат. Мы оттуда уже смотрели. Мы совсем не смотрели, оставался только на Каш ТП. Peki siz gittiniz bu Nakaş Tepe Parkı'na? Yok abi. Hiç o ya harita versen haritada gösterebilirim. Peki даже на карте смогу показать. Я говорит, приехала из любопытства посмотреть. Кто заказал такси на Каш ТП? Кто эти, кто ты будешь? Русский помощник. Открой окно. Так все. А, yavaş gideyim hadi. Hadi boşuna gelmiş olmayayım. Ok, я заблокирую. Hadi slow motion. Slow motion. Что я говорю, медленнее, говорит, поеду, чтобы вы копать. Копать окно. Я говорю, открою вам окно, чтобы, говорит, зря не приехали. Ради этого таксиста можно приехать. Window kapat. Allah'tan Tarlabaşı'da değiliz. Evet. Bizi Hisarüstü Parkı'na bırakabilir misiniz? Şimdi. Olur mu? Şey, Rumeli Hisar'ın üstündeki. Evet. Sen biliyorsun be. Ya ben İstanbul'u Moskova'dan daha iyi biliyorum abi. Burada yaşayanlar bile çoğu Rumeli Hisar'ıyla Hisarüstü'nü ayırt edemez. Yo ben ederim. Sen Türkiye'den Moskova'ya gittin. Olabilir. Öyle. Evet. Ну да, приключений, конечно, нет. У нас сегодня знатные. А когда не знатные? У нас уже есть какие-то приключения. У нас уже 250 лир. Таксист говорит, может, вы не будете? А вы будете. В новое приключение вдаваться. Рубль. Да, что за заварушка? Так смешно он это говорил. Я просто, говорит, мне, говорит, стало любопытно, кто в Накаш ТП заказал такси. Мы как потерялись. Ну, сейчас такую фотку забахаю. С мостом. Короче, мы решили ехать на Хисар Усть-Парк.
он не закрывается, потому что он не такой охраняемый. Он открытый. Едем туда сейчас, в Бебек. Он вообще-то шеф-повар в мишленовском ресторане работал. А так 4 месяца, как по душе ему такси. Kendi restoranım vardı, eşim ile işlettiğim. Ya, işte, o bir soy, bu restoran. 3-4 месяца он его продал. Hani bir şeyle aldım olursa taksi falan. Taksisi de одинаковые. Все они по душе работают. Я говорю, Сань, твой красный жакет не должен задействовать сегодня. Да, обязательно. Поэтому мы идем в парк Хисар-Устюрт. На самом деле, вид, мне кажется, здесь будет лучше, чем на Каштепе. Здесь ближе. Здесь ближе, да. Это на самом деле мой любимый парк. Мы когда сюда первый раз Гаджи приезжали, в мою самую первую поездку, тут еще чай делали. Тут была будка, ее убрали. Сейчас тут просто очень красиво. Находится в Бебеке, выше, прямо наверху крепости Румели Хисар. Поэтому это Хисар-Устюрт. Лучше на Каштепе? Лучше. 1500 раз. Вот так вот. Ой, тут смотри, тропинки сделали. Да, такого не было, тут все было просто в хлам. Мы приходили, по деревьям ходили, да. Держались друг за друга. О, офигеть. Тут красиво стало. Я вам говорю, такого здесь не было. Посмотрите, как молодежь здесь кайфует, гуляет. Вот так вот тут красиво. И вот турки вот сзади меня, настоящие кайфарики. Чипсики, пиво, музыка обязательно. Мы попросили таксиста нас подождать, потому что, у нас нет денег, но у нас в отеле подготовили деньги, чтобы дать, Джам подготовил. Б, у нас нет зарядки, она заканчивается, чтобы вызвать другое такси. И мы ему не... С, мы ему не заплатили и говорим, можно мы выйдем и... Кальдик. Тешекюре дерис, чок мы беклеттик. И, гюзаль. Ичин-ичин сиз биз. Чок ушудык. Он нас ждал, прикиньте. Села, блин, вместе музыку. Я не сидел вместе музыку. Целый день пели эту песню. Просто песня этой поездки. У нас каждый раз бывает песня. Песня поездки. Обязательно. Я не разный. Otelin önünden sol yapacağız. Orada inmek daha kolay sizin için de. Çünkü tam yokuşta. Parayı da resepsiyondan alacağım. Arkadaşım burada bekleyecek. Bir iki dakika rica edeceğim sizden. Kaç... 600 verdim. Var mı daha sen? Deniz'im, kahramanımsın. Valla ne maceralarla geldik biz buraya. Идем это воде. Обычно таксисты туристов делают. Что мы делаем? Мы сейчас выходим в Каракёй. Возьмем кофе в Эспрессо Лабе на Каракёйской набережной. Дальше мы идем в Галатапор, чуть прогуляемся там. Дальше я еду на работу. Саня едет в отель переодеться. И мы едем на яхту. Куражиться, вояжиться. Я уже во второй раз буду на прогулке по Босфору с Кураж Вояж. И третий раз в целом мы в Питере с ними. Да, мы в Питере с ними. Кто смотрел мой влог с Петербурга, помнит, что мы и там куражились с ними. Кураж Вояж, я там тоже говорила, что есть во многих городах. Бодрум, Дубай, Москва, Петербург. Так, я хочу вам показать свой скульптор, один из, наверное, самых удачных в моей косметичке. Это скульптор от Westman Atelier. Я его заказывала у байеров, его в России нет. Скульптор такая вещь, мне кажется, на которую можно потратиться и подождать, потому что
вот этот бочонок, например, мне кажется, мне хватит на 2 года точно. Так. Я вам уже показывала Genosis. Тон уже есть на лице, если что. Закрываем и проходимся. И дальше румяна. Я не помню, я вам показывала или нет. Румяна Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. Мне безумно нравится. Я просто кайфую. Я прям очень полюбила этот продукт. Идемся, наверное, уже в Галатапорте. А может, когда только выйдем. Потеряла карты. Карт холдер oluyor ya kartların cüzdanı küçüğü. Evet, kartı. Böyle evet kahverengi. В такси я забыла, прикинь. Evet işte. Tamam. Прикинь. Evet, doğru abi. У нее как раз был мой номер. Мы же вчера записали, когда он нас ждал. Я говорила, пока она мне позвонит. Там, говорит, и деньги, там у меня рубль. Как дела, baby? Чё, baby? Ада? Как зовут? Алима. 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 Кем я бензия? Мои глаза, говорит. Мои глаза, говорит. На самом деле, да. Потеряла карту, Джан нашел. Джан самый первый поезд, нам всегда каждое утро говорил, какой ему город. Саника, it's like Paris. Like every time. Шане, today is like Florence. Florence. Да. Так, я, кажется, не рассказала, я начала снимать. Я сумку, нет карточек моих, карт-холдера. А там моя таджикская карта, турецкая карта, то есть карты на вес золота. А что у меня сейчас пролетает и снова улетает за границу? Да, легче мне потерять российскую, чем таджикскую сейчас и турецкую. Мы думали, мы оставили в маркете вкус кунжуки, но нет. Я уже туда ехала, я говорю, что я поеду, пока тебя нет. И смотрите, как было. Вчера наш таксист ждал, вы помните, и он, я записала его номер, если что, найти машину. И у меня был его номер, получается, и мы ему, я думаю, дай просто позвоним, вдруг в такси реально забыли. И он говорит, я, говорит, ждал, пока, говорит, она позвонит, у нее же, говорит, есть мой номер, почему она не позвонила? А тут, говорит, ее карты, ее, говорит, деньги. Такой молодец, что он так сделал, да, что таким очень красивым, я уже думала, у меня настроение. Сегодня мы разные. Я Париж, она Флоренция. Да. Хотя ты знаешь Милан. Да? Милан, знаешь, он какой? Париж, он мягко, нежно, модный. Милан, он эффектный. Он вот этот. Он вот этот. Ирма, Саника, вот такой стиль. Чай бельем, машалла. Бельем. Сам бельем тюк чай? Привет. Hadi Hızır yoldaşınız olsun. Hızır elinizden olsun. Amin. Sizi Allah kazadan beladan korusun. Amin. Çok sağ olun. Sizi de. Hadi sağ olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Kim o bu? Kaderimden yaralık bizim hikayemiz. Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki sonu zar olup bütün mesafemiz geldi. Мы в караоке. Я, честно говоря, люблю караоке в утренние часы. Ночью уже не люблю. До свидания. Встретили. О, это... Что не такая? О, это Саника? И Жуля? Потом она меня узнала и говорит, я вас в Ютубе смотрю. Как сладко, да, очень приятно. И очень приятно, что говорят, типа, не в Инстаграме, а в Ютубе. В Ютубе, да. Это очень приятно. Так что, ребятки. Я такой первый раз услышала. Да, если вы смотрите нас в Ютубе, но не смотрите в Инстаграме и в Телеграме, нам тоже приятно очень. Одно из самых знаменитых мест, где готовят балык дюрюм, но вкусно, да. Там большие очереди, сейчас там практически никого не было, но я люблю Супер Марио на набережной Галич. Так, мы пришли в Эспрессо Лаб в Каракёе, посмотрите, какой тут видок. Я просила Шуни, чтобы мы все-таки пошли в Галатапорт. Шуни настаивала, чтобы мы пришли в Эспрессо Лаб. Теперь я понимаю, почему. Это красиво, очень, да? Это Каракёе же, да? Эспрессо Лаб на Каракёе.
Шуня просто... Я бы, гуляя по Караке, в жизни бы эту кофейню не зашла. Будете в эспрессо-ла, попробуйте вот это сладкое. Это музлу джиджи лебели, что ли, что-то такое. Не запомнила. Очень вкусное, и сверху еще шоколадом покрывают. Очень легкое. Ну, посмотрите, кто тут сидит, лежит. Поел, выпил кофе в эспрессо-лабе и лежит, родной. Просто угадайте, в каком я городе, называя город. Кучерымда сен ve ben gözlerinde unuttum kendimi. Söyleyecek çok şey var gibi. Aklım hala kırışık, kalbim hala sırışık. Нам постелили красную дорожку. Красная ковровая дорожка. Вот. Ждем нашу... Привет! Ты в моем влоге. А ты в моем. В общем, ждем нашу яхту. Она прибудет через 30 минут. Солнце прекрасное. Бебек прекрасный, как обычно. Бебек Марина прекрасная. И мы тоже прекрасны. Вот это красиво. Представляю вашему вниманию мой самый любимый вид. Босфорский мост со стороны Бебека. И когда Стамбул немножко не в тумане, а в дымке. Это особенное зрелище. Я всем всегда говорю, когда прилетаете в Стамбул, даже если в первый раз, пожалуйста, обязательно приезжайте в Бебек. Даже если вы на 2 дня. Один день должен быть днем Бебека. У меня еще не было ни одной поездки за 8 лет, сколько я езжу в Стамбул постоянно, чтобы я не приехала в Бебек. Еще ни одной поездки. Либо вечером, либо утром, либо днем. Я всегда здесь. По этой набережной прогуляться, посмотреть на людей, на Босфор. И обязательно, вот если есть возможность, приезжайте сюда ближе к закату. Так, наше судно готово. Мэраба, лар, здравствуйте. Мэраба. Сол. Тамам. Насылсын, кызым? Anlat bana hikayeni, kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım, söyle bana kendini, neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli, yaşlanmış dumanlı nefesleri? Hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri? Çektin ben biliyorum, dokunsam ağlarsın hissediyorum. Yunusy! Delfin na tureckom yunus. Delfin! Я первый раз видела. Тут их очень много. Да. Косяк. А вот это Кичусю. Это бывший охотничий домик султанов. Они сюда приезжали на охоту. Тут вообще не было, естественно, все заселено. Это Бейкос, эта сторона. Все было в Орманах. Орман на русском. Леса. Все в лесах. Они приезжали сюда охотиться. Здесь нет спален, здесь нет гарема, здесь нет селямрика. Здесь просто... холлы, залы, они приезжали здесь, охотились, кушали, шли на охоту и возвращались на лодке в Долгопахче и были. Вот так вот. Мы уже на суше, и мы ужасно замерзли. Когда идете кататься по Босфору, не езжайте в белом костюме. Просто я не знаю, о чем Саника думала, она вообще в пиджаке.
А мне хоть теплая пальтишка, но очень теплая, потому что кашемировая. А ты прикинь меня? Я же говорю. Ну, честно говоря, шарф. Шарф Феррару, конечно, очень спасает. Мы воссоединились. Мы греемся, кушаем суп, заказали сырму. После такой прогулки нас спасет только суп. Мирджамир. Ребят, самый вкусный хумус в моей жизни. Юнайдын, обязательно. И вот этот эрзерджан пейнери, кажется. Эрзерджан пейнери, да, козий сыр. Будем пробовать мирджамир, я в Юнайдын еще не ела. Из всех ресторанов в Стамбуле мой самый любимый Юнайдын, потому что тут невероятно вкусно. Легкий, вкусный. Ой, сейчас согреемся. Так, представляю вашему вниманию мой самый любимый кебаб. Это бейти кебаб. Бейти сарма кебаб. Он здесь в такой, в юрфа называется, такое тоненькое тесто. И обычный кебаб. Мясо. Все подается с йогуртом. Фисташки, и безумно вкусно. Я его заказываю везде, просто мой любимый кебаб. Ну что, мой маленький мини-отпуск, так скажем, подошел к концу. Отпуск, в котором всегда есть работа, но эта работа мне только в кайф. Работа с производством моим. Я иду в отель собирать вещи и отправляться домой. У Гаджи день рождения завтра. Если бы не день рождения его, я бы еще осталась, но очень хотела быть рядом с ним в это время. Так, я же хотела зайти купить ему футболки Лос Бенджаминс. Это была невероятная поездка. У меня каждая такая, каждая особенная, каждую я очень люблю, каждая меня запоминается чем-то запоминающимся. Не хватает прилагательных, чтобы объяснить и explain my feeling. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Может, на price от 225, самый дорогой 380. Так оно very, очень-очень affordable. Да. Ну да, details on the fabric. Не хватает прилагательных, чтобы explain my feeling. Explain everything, what I чувствую к этому городу. Кстати, мои карты привезли уже. Карт-холдер уже в отеле. На самом деле, я вообще не испугалась за карт-холдер. Не испугалась за деньги, которые... Ну, там мелочь была, на самом деле, небольшая. Но я безумно испугалась за свою таджикскую карту. Мы через парочку денечков отправляемся кое-куда. Я лечу в путешествие мечты. Как мне кайфово вообще. Нереально кайфово. Посмотрите. Это наша мечеть Джихангирская. Стамбул, город, от которого я никогда не устану. Это, как я уже говорила в самом начале, родина моего сердца, моей души. И он меня подзаряжает. Каждый раз, когда я чувствую, что уже все, батарейка села, мне нужно в Стамбул, мне нужно прогуляться по Азии, мне нужно по Босфору прокатиться, посидеть в Аминьоне среди этого месива из людей разных национальностей и разных вероисповеданий. Но обязательно вкусить вот эту контрастность города. После Эминьоню мне надо в Бебек вкусить богатую жизнь. В общем, город контрастов, город на семи холмах, город души, город заботы, город любви для меня, город самых заботливых людей, город самых красивых видов, закатов и рассветов. И все это он, мой самый любимый Стамбул. Дальше.
нас воссоединение с моим кардхолдером. Представляете, таксист ни рубля не взял. Ни рубля просто. Казалось бы, где я его найду? Что я с ним сделаю? Ни рубля не взял человек. Пошел. Иду собирать вещи и отправляться домой. Давайте сейчас быстренько пройдемся по тому, что я взяла с собой из ухода на эти 4 дня. Мой весь арсенал. Я могу взять минимум косметики декоративной, но уходовая всегда в полных размерах во всех со мной. Никогда не перелью все в маленькие баночки, вот эти, которые просто прозрачные, пластиковые. Никогда такое не делаю, потому что мне важно, как эстетично выглядит мой бутылек. И важно это в поездке, к сожалению, тоже. Я перфекционист, и это мне иногда очень сильно мешает. Первое, о чем я хочу рассказать, это крем для тела от Sol de Janeiro. Это новинка, новый их аромат. Безумно вкусный. Я пробовала все. Я обожаю Sol de Janeiro. Это бразильский бренд. Безумно, безумно, безумно вкусно пахнущий. И так они очень хорошо увлажняли. Это всегда было. И текстура самая приятная. Очень легко впитывается, увлажняет. И сейчас вот этот аромат, мне кажется, он самый-самый удачный в линейке у Sol. Надеюсь, они выпустят шампуни с этим ароматом и все остальное. Пока только крем и мист. Однозначно рекомендую, покупайте. Следующее, о чем мы будем говорить, мы уже говорили о ней, это умывалка от Road. Очень приятная, классная, я ею довольна. Сейчас тоже я умоюсь, я уезжаю сейчас обратно. И дорога в аэропорт, ночной рейс, мне нужно быть с чистой кожей. Поэтому Road я точно буду повторять и с собой возьму в следующую поездку тоже именно его. Мой пятый бутылек, ребят, я вам не вру, это пятый бутылек тоника от PH формулы. Он какой-то магический. Во-первых, он в виде спрея. Я такой тоник видела первый раз. Обычно в виде спрея бывают мисты, просто сыворотки. А это прям полноценный увлажняющий тоник. Я, мне кажется, буду его повторять всю жизнь. Я себя уже без него не представляю. PH формула — это испанский бренд. Я покупала своего косметолога, Назая, Маламоди, их нет. Увлажняющий крем тоже от PH формулы. Я теперь фанат PH формулы. Вот такой Vita B3. Колоссально довольна я этим кремом. Можно говорить колоссально? Короче, катастрофически крутой крем. Очень нравится. Сразу же мне еще такой мист попадает. Это у меня термальная водичка от Avène. Она у меня всегда с собой. Путешествие в самолете. Ее я оставляю, потому что возьму с собой в ручную кладь. Всегда спасает мою кожу от обезвоживания. Следующее у меня ретинол. Я пользуюсь уже полгода ретинолом от Режу Дикея. Мне безумно нравится, как ретинол воздействует на мою кожу. Кожа стала очень ровной, очень мягкой, холеной, приятной. И вот этот блеск, который у меня периодически присутствует, я, наверное, благодаря ретинолу этого блеска и добилась. Без косметолога ретинол себе не назначать, не назначил косметолог. Это витамин С от Режу Дикея, мой второй бутылек именно этого витамина С. Я ему очень довольна, идеально выравнивает тон кожи, хорошо справляется с постакне. Самый идеальный витамин С, не бюджетный. Бюджетный я люблю от Skin Lab, я уже много раз говорила. Не бюджетный, но свою функцию выполняет на 1000000%. У меня с собой было 3 маски, которых уже нет, но вот тут с утра у меня сохранилась от Rare. В этот раз я не взяла с собой Darling, взяла Rare и Genosis. Отличные. Я очень люблю маски от Rare. Deodorant от Necessary, я не знаю, как правильнее называть этот бренд. Это французский бренд. Заказывала у байеров, очень красивая упаковка. Я увидела этот бренд на Пинтересте, тоже захотела. Абсолютно бесполезный. Абсолютно просто красивый. И больше ничего. Ну, такой средний.
от Shiseido в 1000 раз лучше. А что касается волос, я отдаю предпочтение Гису. Тут у меня и бальзам, и шампунчик. Я их специально покупала в travel формате еще до Нового года, чтобы в любое вот такое быстрое путешествие я взяла и была этому рада. Мне этот шампунь изначально не подошел, а потом, ой, как подошел! Очень нравится мне аромат, безумно вкусный, медовый, приятный аромат, который оставляет после себя такой шлейф. Очень люблю, очень нравится. Дальше тоже от Гису, но уже без такого явной одушки, но такой же аромат. И, наверное, мой третий или четвертый вот такой тюбик. Несмываемый кондиционер. Он очень хорошо распутывает волосы. Он, иногда я его использую как полноценный кондиционер, без кондиционера при мытье. Очень мне нравится, и для меня это продукт номер один в линейке Гису. Номер один. Масло для губ на троечку, масло для волос на четверочку, это на пятерочку, на десяточку. Для тела я также с собой взяла вот такой маленький. Очень удобно, кстати, он и красивый, и маленький, и удобный. Гель масло для душа от L'Occitane. Очень люблю это масло, очень люблю, как он хорошо, как оно хорошо увлажняет, очищает. С собой взяла вот такую малютку. Шампунь сухой от Fumi. Это бренд Золотого Яблока. Тоже о нем говорила в своих социальных сетях, в Телеграме, Инстаграме. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Самый лучший сухой шампунь на данный этап времени у меня. Также у меня здесь есть SPF, у меня сейчас от Genosis, это тоже то, что мне прописал мой косметолог. Ну и, собственно, все. С собой у меня крабик. И продолжу дальше собирать вещи и отправляться на аэропорт. Только что я за перевес в 2 килограмма, 2, в Аэрофлоте заплатила $100. Это 10 тысяч рублей. Но у меня... Я так устала, рейс перенесли на 2 часа, сейчас в 4:30 вылет, сейчас 1:30. Для меня, вы знаете, важнее всего комфорт, и я не стала ничего вытаскивать, не люблю, ненавижу это делать, я лучше заплачу все деньги, которые у меня есть, до последнего, лишь бы лететь вот просто с сумочкой. Но напоминаю, что кто смотрел мои влоги с Рима, Милана, из Парижа, помнят, что между рейсом Париж и Рим в Европе, казалось бы, я заплатила 10 тысяч рублей за огромный чемодан лишний, в котором было. То есть у нас было 2 зарегистрированных багажа, а один багаж, он был не зарегистрирован, ну, то есть заранее не оплачен. И мы за него тогда заплатили 10 тысяч рублей, а в сумке было 19 килограмм. Неприятно, Аэрофлот, неприятно. Я, кстати, не люблю Аэрофлот вообще. Но самый удобный рейс был у них. Плюс я ненавижу лететь в международных рейсах с Победой. Обожаю S7, но S7 мне не подходил по рейсам. И Туркиши. Я, кстати, купила, чтобы Победы не лететь, я купила билет в 2 раза дороже. То есть Победа стоила 15 тысяч рублей, а Аэрофлот 32 тысячи рублей. Вместе с оплаченным багажом 23 килограмм и местом. Но, короче, полет обошелся мне в 42 тысячи. Один обратный. Я могла купить туркиши. Там туркиши 1050 стоили. Какой ужас. Ладно. Идем шопиться. Да. Мне нужен диптик. И все, что там есть. Fairy Shopping. Купила Гаджи небольшой подарочек за то, что меня отпустил.
Так, вот иду, ребят, и диптик вижу, но вот я не специально, и не сама. Это мои глаза, они идут и диптик видят. Ну вот как не пойти? Ну как не пойти? Это те самые термокружки Стэнли, которые у всех европейских блогеров, западных и европейских, они вот обожают вот эту кружку, машину. Берут, не знаю. Я не прониклась. Слишком грубо для меня. Прикольно, конечно. Обожаю duty free в аэропорту Стамбула. Вот у меня есть спросят, где ты любишь шопиться? Я скажу, что тут. При том, что на самом деле я люблю шопиться, но не вживую, а онлайн. Мой любимый аромат для тела. От L'Occitane. L'Occitane у нас тоже есть, так что идем дальше. Смотрим на запрещенку. Того, чего у нас нет. Я вижу Байреда. I can fix it. Просто шок. Шик-шак-шок. Ребят, Сол-де-Жанейро не было в Duty Free никогда. Никогда. Маленький стоит 17 евро. Это 1700 рублей. Я его взяла в России за 4. Ну, байеров, ну это понятно. Офигеть. Мне 10 штук. У байеров большой стоит около 7000. А тут 3800. Он нереальный. Я вам только про него говорила. Шок-шок. И мист берем, все берем, ребята. Конечно, берем. Еще хочу розовенький маленький. Блин, я счастлива. Я так счастлива. Так выглядит Pure Love. Кстати, я очень хотела эту хит там, да, просила Саню привезти, но кажется, она забыла. С Парижа. Вот они. С диптика у меня есть почти все. Я возьму крем для рук. Вот крем для рук у меня нет. Короче, в диптике решила ничего не брать, потому что... Почему? Потому что ароматы кремов были невкусные, остались невкусные. Еще дальше. Моя цель – взять все, чего у меня нет. Моя цель сейчас найти... Dior и купить их консилер. И тут тоже Soil, представляете, Сол-де-Жанейро. Я в шоке. Консультанты прелесть. Я очень хотела корректор от Dior. И вот у меня сейчас под глазами, я совсем чуть-чуть нанесла. Очень классный, я его взяла. Иду на кассу. Хотела посмотреть новый аромат от Tom Ford Very Sexy, но его нет, еще не привезли. Я думаю, что он есть, к сожалению, только в Европе. Тут очень приятно шопиться. Я по традиции в 7 царей кушаю свой любимый 7 сэндвич. Пью портакал. И я уже показывала это во влоге в Карадениде. Но покажу еще раз. Это приложение Istanbul Airport. Очень удобное. Во-первых, отсюда, сидя, например, здесь, нет табло, да, рядышком. Но хочется посмотреть, не хочется вставать. И очень удобно пользоваться приложением. Я его очень люблю. Еще свой рейс. Вот тут Учишлаж. Тут есть русский, английский. Русский не уверен, но английский точно есть. Москва. Айде. Угу. Открывается мой рейс. Тут полностью его данные. Тут, кстати, пишется, видите, Unlock. Это прямо сейчас. Это вот... онлайн. Вот что сейчас происходит, то и показывается. Тут показывается, что на входе в терминал практически нет никакой очереди. И Бекклеме Сюреси, ожидание входа на очереди, это 1 минута. А на паспортном контроле максимум 5 минут вы будете ждать. И вот тут написано Эньоунгириш, самый такой вход, где много людей, русский язык 4 утра забываю, самый, ну, короче, там, где больше людей, это 4-й вход, и вот тут Эньонгириш, 7-й вход. Очень удобно, и самое главное, что вот у меня вышел сейчас гейт, в новом аэропорту Стамбула гейты за час только до посадки.
становятся известными. Смотрите, я тут могу. Я, например, не знаю, где F8.2 находится. Но я сижу здесь и хочу, сидя здесь, понять, далеко ли мне идти, потому что аэропорт, офигеть, какой большой. Берем Йолтарифе, маршрут. Это маршрут. И тут, посмотрите, он нам показывает, он говорит, что дорога у меня до гейта займет 18 минут. И что гейт в удаленности 924 метра от меня. Я говорю, да, мам, окей. Вот он показывает, я в Семицараи. Он говорит, вот так вот выходи. И вот так вот прямо иди направо. И вот тут будет твой гейт. Нужно еще вниз спуститься, чтобы вы понимали. Такое мне не нравится. Надеюсь, мы не на автобусе. Я что, зря AirFlot купила? И посмотрите, какой аэропорт огромный. Тут еще, кстати, можно посмотреть, что есть. И походить там по магазинам разным.